Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы на аккаунте моего подписчика Николая. Сегодня у нас коллекционер, и сегодня мы ролим Космо, надо Космо. Находится он в гильдии Баффало, поступление Телега, Ирина Баффало, телефончик на экране, собака, замкиллер, три семерки, первое, второе места, битва гильдии, атака фартовки, дайте заявочки, вступайте. Так, окей, поехали. 381к, полуминотавр уже собран практически. Десяточка его уже в этом обогнала. Ну, кто как может, так и донет. Поехали, посмотрим, что у него есть по героям при таком донате. Вот интересно сейчас, кстати, сравнить. Опа! А по героям тут, смотрите, Розы нет, Некроса нет, Космо, Вольта нет, Командора Сидна, Огника нет, Разруха, понятно, Махатма, Рогатка, Бугимен. Ну, понятно, Минотавра тоже нет. Это жесть, ребят. Ну, давайте посмотрим на героев. Так, 12, 8, 8, ну, 10, 12. Печаль, печаль. Ну, десятки как бы есть. В принципе, собраны при таком донате. А вот пошли. Жесть. Вот это жесть, ребят. Вот это называется русский сервер. Ну, хотя гарнизон у него вкачанный. Это как допы. Хотя слизни есть, странно, что не качает силу. Ну, в принципе, чистая сила, наверное. А, мало ли. Каждый играет так, как хочет. А, так, у нас сегодня коллекционер героя. Вот такой вот Роза. 20 осколков. 20 у него уже есть. Можно получить выживание, изворотливость. Ну, конечно, если выбить свалина, можно получить топовые плюхи. Ну, плюс на трату. Поехали. Поехали, проверим этот рандомчик. Профессор Рибит. Ну, нам надо космо. Нам заказали космо. Посмотрим, какой сегодня рандом. Бог грома. Ну, почему не космо? Тоже похож. Еще один бог грома. Ара. Вот. Вот так вот. Седнушка. Ну что, поздравляю. Первый недостающий герой у тебя уже есть. Обалденнейший герой и очень нужный на таком аккаунте. Поехали дальше. Студеный Дракула. Блин, тьфу-тьфу, ну слизни падают. Сноу. Итого, смотрим, что у нас есть. Коллекционер героев 8.15, ребят, за 10к мы собрали уже половину слизней. Обалдеть, нам бы еще так героев собрать. Смотрите, что он творит. Что он творит. А неплохо, кстати, разбирает. Так, окей. Поехали, пробуем. Еще ара сразу падает. Студеный. Уже 10 собрали. Сейчас так оп, и нифига нам не падает. Студеный больше не будет. Так, Хрон. Капитан Дрейк, как я тебя жду на десяточке? Когда ты уже придешь туда? Я уже даже не знаю. Фрея, вот так вот даже. Вот так вот на тебе, фараон. Так, итого мы имеем 12-15. Ведьма Морозница еще не выбита. Прикольненько. Леди Лео, Фрэнки. Бугимена надо. А, Анубис, ну кому нужен этот уже нафиг Анубис? Смерть. Бугимен, вот так вот. Еще разок мы словили недостающего. Поздравляю, еще один недостающий. Это отлично. Отлично, отлично, отлично. 14-15. 14-15. Let's go. Бульдозер. Леди Лео. Медуза Седна вторая вылетела. Нифига себе. Землеройка. Обалдеть.
Обалденнейший, конечно, роллинг, но у нас это все есть. Нам это уже не интересно. Ну, два героя мы получили недостающих, но этого маловато. Нам нужен заказывали космо. Еще Махатму надо вытащить. В принципе, равноценная замена будет. Где-то плюс-минус. Надеемся, что мы сейчас вытащим эту имбу. Так, отлично. Слились. Хорошо. Значит, у нас все идет по плану. Укротитель паладин. Ну, это просто, видите, надо в рейды, ребятушки, ходить сливаться. Это просто топчик. Инка. Космо, давайте уже. Где космо? Малышник. Ну, я даже не посмотрел, за сколько мы там уже все собрали. В принципе, мы должны были нормально собрать. Череп. Череп. Рино. Тыква. Где-то замедленный. Сейчас будем эстонцами. Тыква. Тритон. Да чё с тобой, рандом? Давай. Вот так вот, блядь. Махатма, ну что, поздравляю. Три героя. Надеюсь, никто не услышал. Обалденнейший роллинг уже, три недостающих героя, и это реально радует. Радует, потому что у нас тупо Махатма, Бугич. Так, нужна рогатка нам еще, ребятушки, рогаточка нужна. Рогатушка и командорка, блин, надо. Все остальное это только чисто донат, ну космо. Так. Давай, тащи. Космо, приди. Нужен космо, это будет уже имбическим, эпическим. Не в эпическим роллингом. Понятно все. Ну все. Ждем рогатку. Рогатка должна быть. Асура. Ну, Асад это тоже неплохо, но он у нас есть. Видите, как после рейда 100% падает имба. Как не сходим в рейд, так имба. Варлок, рыцарь, понеслась. Студеный рыцарь, еще один студеный рыцарь. Бог грома. Одержимый. Давайте. Капитан Дрейк. Прея, обалдеть. Вот это сыпет героями, конечно, сегодня. Еще один варлок. Жесть, жесть, ребятушки. Это реально жесть. Одержимый и наемный убийца. Ну, что я могу сказать? Космо мы не заролили, но мы заролили трех обалденнейших героев. Седна. Я не говорю там про то, что мы выбили кучу имба-героев, которые уже, к сожалению, есть, как обычно, ну, на таких аккаунтах. Но мы собрали, в принципе, ну, 60 тысяч самого. Это понятно, что тут грех не собрать. Но мы вытащили, блин, Махатму вытащили, этого вытащили. Конечно, Свалина было бы еще круто собрать, но, к сожалению, он не выпал. Землеройка там, Свалин. Ну, короче, куча всего имбового, и мы это вытащили. И это реально радует. Так, давайте пооткрываем эти карты, а то мы не можем все забрать. И пооткрываем сейчас этих имба-героев. Свалин у него и так есть. А так, куда нам землеройка не нужна? Бугимен, обалденнейший пвпшный герой. Махатма, обалденнейший герой во всех локациях, а у него места не хватает. Ну, кого-то тогда сольет. Что я могу сказать? Радует, радует. Такие роллинги реально радуют. После таких роллингов хочется ролить еще и еще. Такс. Ну, как обычно, у нас все подкручено. На своих аккаунтах вы не повторите, ребятушки. Такс. Давай. Недостаточно места на складе. Ну как это недостаточно? Все достаточно. Чик. Ну понятно. Тут не повезло. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну, в общем, вот как-то так. Ну что, поздравляю.
того, что ты хотел, мы не получили, но мы получили троих обалденнейших, я считаю, героев. Еще исцеление просто эпически. Ну, тыковка у него, наверное, уже с исцелением там. Конечно, с исцелением. Ну, может, Махатме поставить как вариант временно. В общем, такой вот роллинг. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.